вы сегодня проходите какие-то трудности в своей жизни, депрессия, уныние, читайте Слово Божие. Оно имеет силу нас выводить из этого. Также Слово Божие говорит о том, что Христос, Он умер за наши грехи с вами. Христос заплатил на кресте. Уплата – это была Его смерть на кресте. Он умер за наши грехи с вами, проливал святую кровь. Но в третий день Христос воскрес. Он есть живой. Он сегодня призывает всех людей обратиться и покаяться. Покаяться – это признать свои грехи и попросить у Бога прощения. Слово Божие говорит, что всякий, кто исповедует свои грехи, то Бог верный и праведный, Он очистит такого человека, и Он дарует ему прощение и мир в сердце, в разум, в душе. Слово Божие говорит, оно призывает нас примириться с Ним. А также я каждого из вас призываю, читайте Слово Божие. Слово Божие, оно имеет силу изменять нас и изменять наши отношения с ближним, любить окружающих. Поэтому призываю вас, читайте Евангелие, молитесь Богу, призывайте Его святое имя. Если кто не знает, как молиться, мы дарим молитвенники за Украину. Также дарим за наших воинов, за сбройные силы Украины, которые сегодня защищают нашу страну. Я призываю каждого из вас молиться за наших парней и девчонок.